Всем привет! Очередное нововведение у меня. Вспомнил то, что у меня есть песочный фильтр Intex, вот 15 кубов этот насос, сам песочный фильтр. И вот сравните, вот 15 кубов, да, и сколько у меня тут выливает. То есть разница колоссальная. Я до сих пор не замерял, сколько у меня проход воды, но я буду днем на пару часиков включать вот этот фильтр, чтобы он прогонял объем хотя бы 10 объемов в сутки. Вот. И посмотрим, что из этого выйдет. Потому что, ну, песочный фильтр, сами понимаете, это очень мелкая очистка. И вот все, что здесь есть, такая плавающая взвесь, да, а он будет ее забирать на себя. Вот. И потом через промывку, через этот шланг, на сам конец шланга одену колготки и обратно буду сливать, чтобы воду не тратить, а то очень большой расход идет на промывку. Вот. Ну, посмотрим, а может и буду выливать на улицу. Вот. Так что вот такие вот дела. Буду наблюдать. Вот такая вот вода. Зеленцой идет. Растения приживаются. Вот. Все приживается. Еще не в полный рост. Вон рыба тусит возле воды. Вот. Так что такие вот пирожки у меня. На время аэрацию выключил, уже розетки нету. Вот так все работает. Шумный, правда. Был бы не шумный, все время бы его включенным оставил. Я даже думал уже через него, допустим, насос с большей производительностью пустить, чтобы насос внизу был погружной. Вот. И гнала через него. Ну, посмотрим. Идей много, надо воплощать. Ведь жизнь – игра. Короче, вчера съели клубничку, очень сладкая. И вот сейчас это растет, завтра, наверное, съедим тоже. Надеюсь, будет очень сладкая. Прямо кайфово было. Вот с таким, если такой напор у меня все время был бы, конечно, кристально чистая вода была бы. Но пока что не могу себе позволить это, потому что это либо насос надо покупать мощный, либо же насос мощный. Вот. Задавайте вопросы, если у вас есть, обязательно отвечу. Подписывайтесь. Ставьте лайки, это помогает продвижению моего канала, ну и мотивирует меня дальше снимать новые видео, заниматься такими опытами, экспериментами. Ладно, всем пока!